Всем привет! С вами Андрей Галсеев. Вы смотрите программу News Time на канале Bridge TV. Самые свежие новости о мировой музыке, какие события оказались самыми интересными, мы расскажем в нашей программе. Как вернуться в 68-й год вместе с Джимом Моррисоном и группой The Doors? Кубинские танцы, огонь, девушки и 60 миллионов подписчиков в жизни Питбуля. Почему певица Pink забросила яркие шоу и ударилась в музыку фолк? А также за что себя критикует Кит Ричардс из группы Rolling Stones и многое другое. У Питбуля жизнь бьет ключом. Недавно число фанатов рэпера на Facebook перевалило за 60 миллионов, которые с нетерпением ждут нового видео Fireball. Как прошли съемки, сейчас расскажем. Мы только что достигли 60 миллионов на Facebook, и я хочу сказать вам, ребята, без вас нет и Питбуля. Спасибо огромное. Собрав солидное число фэнов на Facebook и за 10 лет сольной карьеры записавшись со всеми героями мировой поп-музыки и не только, рэпер Питбуль выпускает новый сингл Fireball, которого, похоже, тоже ждет завидная судьба его предшественников. В новом клипе Fireball, то есть огненный шар, само собой не обойдется без огня и кубинского напора, ведь Питбуль старается не забывать свои корни. Добавим к этому неизменное окружение красивых девушек и моментально попадающую в память мелодию, и получим новоиспеченный хит Fireball. Танцполы и чарты уже приготовились к атаке. I'm a fireball. Имя покойного короля поп-музыки Майкла Джексона тем временем вновь засветилось в списках рекордных гастрольных доходов. На этот раз отличился знаменитый цирк Дю Солей, который объехал с шоу, посвященному Джексону, почти 30 стран мира и заработал более 350 миллионов долларов, попав тем самым в список самых прибыльных гастролей всех времен. Всего же, по разным оценкам, поп-король после ухода из жизни заработал около 700 миллионов долларов. Такой силой популярность Майкла Джексона до сих пор. Певица Pink, некоторое время назад пропавшая из поля зрения, возвращается с неожиданным проектом. Им стал фолк-дуэт с певцом Далласом Грином. Как певица кардинально сменила образ, смотрите в нашем сюжете. За плечами неугомонной певицы Pink одно из самых ярких, экстремальных и прибыльных концертных шоу среди всех мировых звезд в прошлом году. И, видимо, девушка устала от бесконечных трюков на сцене и суеты. Сейчас Pink не узнать, от былого сумасшествия не осталось и следа. Теперь вместе с певцом Далласом Грином Pink распевает спокойный фолк на фоне природы. Дуэт получил простое название «You and Me». У Далласа самый ангельский голос из всех, которые я когда-либо слышала. И я подумала, может, однажды я буду достаточно хороша, чтобы он спел со мной? Это не звучит, как твои песни при участии меня или наоборот. Это наши песни, согласна? Парочку познакомил муж Pink на студии. И, похоже, артисты крепко спелись. Альбом фолк-проекта «You and Me» выходит в середине октября. Недавно отличился и норвежский комедийный дуэт Ilvis, авторы взорвавшего интернет хита про то, какие же звуки издает лиса. На этот раз неугомонные юмористы пытаются выяснить, как завязать водительский узел. Клип снят в крайне похожем на предыдущий стиле и тоже набирает миллионы просмотров. Этой осенью на экраны выходит документальный фильм о культовой группе The Doors, который был снят музыкантами еще в далеком 68-м году. И пролежав в пыли почти 5 десятков лет, картина, наконец, будет выпущена. В 1968 год обратно не вернуть, ровно как и покойного Джима Моррисона. А вот увидеть документальный фильм группы The Doors, снятый 46 лет назад во время летнего тура, вполне реально.
Не могу многого сказать об этом фильме, потому как не мы его снимаем, он создает себя сам. Работа почти полвека не могла выйти из-за проблем с авторскими правами, которые, наконец, уладили, снятые кадры привели в надлежащий вид, и уже в ноябре все фэны смогут насладиться картиной The Doors – Feast of a Friends. Не менее легендарный участник Rolling Stones гитарист Кит Ричардс недавно заявил о желании выпустить сольную пластинку. К слову, последняя сольная работа 70-летней рок-звезды вышла аж 22 года назад. Возможно, из-за того, что к своим вокальным данным Ричардс всегда относился с иронией. «Я обычно открываю рот, чтобы заткнуть кого-то или покушать. По какой-то причине мой голос не очень музыкальный». Впрочем, новая работа Кита Ричардса уже готова. Вот только рокер желает выпустить ее после тура с Rolling Stones, что случится, скорее всего, лишь летом следующего года. А теперь обзор тройки победителей в чарте самых актуальных мировых видеоклипов ТОП-10 на канале Bridge TV за прошедшую неделю. Певица Имани с хитом You Will Never Know на прошлой неделе вновь влилась в тройку лидеров, чтобы попытать счастье в битве за вершину чарта. Оптимистичное видео This Is How We Do от Кэти Перри в прошлый раз не принесло своей исполнительнице ничего обнадеживающего. Работа опустилась с первого на второе место. В схватке за пальму первенства уже не в первый раз одерживала абсолютную победу Кайза с клипом Hideaway. Как сложатся судьбы самых актуальных мировых видеоклипов на этой неделе, смотрите в текущем выпуске программы ТОП-10 на канале Bridge TV. В этом году после двухлетнего перерыва на большую сцену возвращается певец Ашер. Впереди у артиста мировой тур и новый альбом. Ну а привлечь к себе внимание Ашер постарался новым клипом. Певец Ашер в поте лица готовится и приводит себя в форму, ведь впереди у поп-звезды мировой тур. И выход нового 8-го альбома, который после не самых удачных предыдущих релизов должен вернуть американского R&B-героя в тусовку суперзвезд. В новом клипе «She Came to Give It to You» на помощь пришли Фаррелл Уильямс и Ники Минаж, а также режиссерские изощрения в клипе. «Нельзя просто взять и снять обычное видео, где я просто стою. Мы хорошо похулиганили». Закончилось все, правда, совсем банально, обычной вечеринкой. Посмотрим, какие плоды принесет Ашеру отснятый клип. Всех меломанов этой осенью ждут сюрпризы от канала Bridge TV в день рождения знаменитостей. 2 октября, в день рождения Стинга, в 21.00 после программы Bridge in Time, в эфире можно будет увидеть подборку лучших клипов артиста. 3 октября в 21.00 все поклонники вокалистки No Doubt Гвен Стефани в ее день рождения увидят лучшие клипы певицы как в составе No Doubt, так и сольно. А 5 октября, в день, когда родился вокалист AC/DC Брайан Джонсон, в эфире Bridge TV в 14 часов можно будет увидеть золотые хиты легендарной команды. И это далеко не все грядущие сюрпризы от канала Bridge TV. И на сегодня это все музыкальные новости. Самые свежие видеоклипы вы всегда можете увидеть в эфире канала Bridge TV, а последние музыкальные новости в программе News Time. С вами был Андрей Галтеев. Пока!